чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин, и обладатель пояса WBO в этом же весе британец Билли Джо Сондерс договорились о бое на лето, сообщает корреспондент Вести.кз. Со ссылкой на официальный твиттер интернет-канала Boxing Legends TV. По информации канала, их поединок состоится в Казахстане. Причем боксеры уже согласовали все условия. Билли Джо Сондерс против Геннадия Головкина намечен на лето в Казахстане, говорится в твиттере Boxing Legends TV. Один из читателей задал вопрос, почему о бое сообщается уже сейчас, если Головкин еще не дрался с Дэниелом Джейкобсом 18 марта в Нью-Йорке, на что получил ответ. Скорее всего, они анонсируют, что Сондерс будет драться с победителем боя Головкин-Джейкобс. Но все условия, деньги, место проведения и так далее, уже согласованы согласно Сондерсу. Ранее сам Сондерс, рассказывая о ближайших планах, заявил, что на следующей неделе он получит большой бой, добавив, что не боится Головкина. Его промоутер Фрэнк Уоррен добавил, что это будет титульный поединок. Между тем тренер Головкина Абель Санчес говорил, что его подопечный проведет 4 боя в 2017 году, один из которых может пройти в июне в Казахстане. Вероятнее всего, он состоится в Астане в рамках Экспо-2017. При этом стоит отметить, что в декабре прошлого года Всемирная боксерская организация WBO санкционировала бой Сондерса против мексиканца Сауля Канело Альвареса, владеющего титулом WBO в первом среднем весе. У Канело на 6 мая намечен поединок с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель – объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.